Библейский портал экзегет.ру представляет. Третью главу пророка Исаии в собственном переводе читаю для библейского портала «Экзегет». И эта глава, конечно, продолжает вторую, но немножко другой поворот темы. Первая глава была манифестом, да? Вторая глава говорит о превосходстве Господа над идолами, о том, что Иерусалим и Иудея должны стать священным центром для всего человечества, а пока что они погрязли в таком же идолопоклонстве. А третья глава наводит большую резкость именно на то, как живут в Иудее. Ну и выводы отсюда. «Вот, владыка, Господь воинств, отнимет у Иерусалима и Иудеи всякую опору и подмогу, припасенную пищу, запасенную воду, богатыря и воина, судью и пророка, прорицателя и старца, командира полусотни, начальника и советника, мудрого чародея и умелого заклинателя». Такой список, который начинается с вещей очень нужных и хороших, пищи и вода, заканчивается чародеями и заклинателями, да, вот то, чем они, очевидно, гордились, то, чем вот они запаслись не в меньшей степени, чем водой и пищей. Отсюда какой-то намек, почему же он все это отнимает. Да, вот для того, чтобы извести чародеев и заклинателей, возможно, приходится отнимать пищу и воду. А это скорее описание военной осады. Ассирийцы действительно осадят Иерусалим, а это ситуация ассирийской угрозы. 8 век до нашей эры заканчивается. И дальше интересно, значит, отнимет прорицателей, старцев, командира полусотни, начальника, советника, дам им юнцов, предводители, молокососы будут ими править. Есть другой вариант перевода, правление их будет смутой, но мне очень нравится вот этот вот юнцы, которые ничего не соображают, и они будут правителями. Но дело не в том, что просто они такие мальчишки несмышленые, а дело в том, что это будет периодом безвластия, периодом, когда люди начнут угнетать друг друга. «Станут люди угнетать друг друга, один соплеменник другого, юнец над стариком поглумится и над почтенным презренный. Ухватится тогда человек за своего брата, что из того же отеческого дома. Тебе есть что надеть, будь нам вождем, властвуй над этой разрухой». А что значит «тебе есть что надеть, будь нам вождем»? То есть мы все в каких-то тряпках, обносках ходим. «У тебя костюм приличный. Вот давай, оденься, будешь нам вождем, нам, в общем-то, не нужно, чтобы было вот государство в каком-то его изначальном смысле, то есть порядок, некое право, да, вот забота о тех, кому нечего есть. Нет, нам нужна картинка. Кто красиво выглядит, тот и главный. Да, как рассказывают однажды шимпанзе, самец отнял у людей пустые канистры из-под воды или что-то, и стал ими стучать, и все другие шимпанзе ему покорились, хотя до этого он не был вождем в своем стаде. Да? Вот у тебя есть что-то такое, чтобы нас удивить внешне? Давай, будешь нашим вождем. Но в тот день в ответ он воскликнет: «Нечем мне исцелить вас. В моем доме ни пищи, ни одежды, не ставьте меня вождем народа». А вот тут очень здравый человек, да, он говорит, что «я вам ничем помочь не могу, да, не буду вашим вождем», когда все будет настолько плохо, что никто не захочет становиться правителем. «Споткнулся Иерусалим, Иудея пала, их слова и дела против Господа, против светлого его взора. Взгляни на их лица, все ясно. Грех, как Содом, на показ выставляют, ничего не скрывают, увы им, сами на себя навлекают несчастье». Вот ситуация, когда не просто люди грешат, ну люди всегда так или иначе грешат, но когда грех становится их витриной, тем, что они предъявляют остальным. «Ничего не скрывают, увы, им сами на себя навлекают несчастье. Скажите праведнику, все хорошо, вкусит он плоды своих дел». Вот при этом, да, человек, который ведет себя по-другому, его ждет и несколько другая судьба. «Увы, злодею, горе ему, что вытворял, то и получит». Значит, смотрите, вроде бы только что была коллективная ответственность, а тут индивидуальная. Праведник и злодей получают соответствие со своим поведением. А что же тогда коллективное? Почему весь народ страдает? Ну, очевидно, потому что в данном случае страдание народа – это не что-то такое, ну, что вот распределяется, знаете, там вот с вертолета там разбрасывают либо бомбы, либо там пайки продовольственные, на всех падает, да, без разбора. А народ – это сложно организованное единство. И в нем каждый человек получает по своим заслугам, но
когда преобладает нечестие, когда преобладает угнетение, то и честным людям плохо жить в этой стране, среди этого народа. Но индивидуальная ответственность сохраняется. Вот пророки, что еще очень важно, обсуждают постоянно эту грань. Отвечает ли каждый за себя или народ отвечает сразу за себя, как сложно устроенное единство. И, в общем-то, ответы то и другое. Итак, «Увы, злодею горе ему, что вытворял, то и получит». И снова, «Мой народ притесняют молокососы, женщины им управляют». Ну, вообще, общество патриархальное, женщина не предполагается в качестве некоего правителя. Да? «Мой народ, твои поводыри заблудились и тебя с пути совратили. Господь выступает на суде, народом возвещает приговор. Господь станет судиться со старейшинами и правителями своего народа. Это вы опустошили виноградник в ваших домах, награбленный у бедняков. Что это вы притесняете мой народ, изнуряете бедняков, пророчество Господа воинств?» А вот смотрите, это постоянная забота пророков о том, что нужно сохранять справедливость и милосердие. Там, где их нету, там приходят бедствия, разорение, погибель. То есть нельзя договориться с Богом, если ты притесняешь ближнего. И как раз бедняки, сироты, вдовы – это такие образцовые, нищие, образцовые люди, которые нуждаются в помощи. Да? Образцовые не в смысле своего поведения, а вот это образец, по которому можно понять, как этот народ, вообще говоря, себя ведет, и как он выстраивает отношения со своими ближними, а с Богом, соответственно, приложится. «Сказал Господь, за то, что надменные дочери Сиона, ну, то есть женщины Иерусалима, ходят, высоко задрав носы, глазами по сторонам стреляют, семенящей походкой выступают, да ножными браслетами позванивают». Казалось бы, что плохого в демонстрации мод и своей красоты? Но с самого начала надменные ходят, задрав носы, да, то есть они так с таким презрением легким относятся к этим нищим, да. Представим себе некую богатую даму, которая вот так проходит мимо нищих, просящих вот хлеб себе на жизнь, да. Плохо не то, что у них браслеты ножные, а в том, что их проблема в том, что вот на цену этого браслета можно накормить много нищих, а она этого не делает. Вот за то, что надменные дочери Сиона, обнажил владыка темя дочерей Сиона, Господь лбы им наголо обреет. Это, конечно, жест позора, наголо обрить, но женщину особенно, да. В тот день отнимет Господь украшения, браслеты, полумесяцы, повязки, серьги, запястья, покрывала, гребни, цепочки, пояса, шкатулки с притираниями, амулеты, перстни и для носа кольца, платье, покрывало, накидки, кошели, зеркала, белье, тюрбаны, шали. Прямо у нас с вами каталог какого-нибудь магазина, бутика предметов роскоши для иерусалимских дам. И тогда все это было. И все это у них отнимут. Как жаль. И дальше, что отнимут, это еще полбеды. Вместо притираний будет смрад. Ну, то есть, даже помыться не удастся, вот будет ходить голая и грязная. Вместо пояса – веревка. Вместо роскошной прически – плешь, вот выбрита. Вместо платья – дерюга, вместо наряда – мешковина. То есть, видимо, эта ситуация рабынь, пленниц, которых тащат куда-то на продажу. Их побрили, чтобы даже если сбежала, все равно было видно, что некая опозоренная пленная женщина, ну и вот одета в какую-то дерюгу-мешковину и веревкой перепоясан, то есть их тащит вот, связку. «Падут твои мужчины от меча, сила твоя растает в битве, будут плакать и рыдать врата столицы, на землю она в отчаянии сядет». Мы уже говорили в первой главе о том, что Исаия удивительно неприятные вещи говорит Иерусалиму. Но мы говорили об этом, что он шокирует, но этот шок – это способ вывести их из самоуспокоенности, из состояния. А нам все можно, а нам все пофиг, а у нас все получится. Но почему он так к женщине-то привязался? Говорил бы с мужчинами, как мужчина. А трудно сказать, поскольку здесь появляется тема перевернутого управления, да, вот перевернутой иерархии. Иерусалим, Иудея – это такой сакральный центр мира, но они оказались где-то вот наоборот, внизу, а не наверху этой пирамиды ценностей. И точно так же в государственном управлении молокососы и женщины правят мужчинами. Извините, дорогие женщины, это все-таки патриархальное общество, и предполагается, что мужчина главный, а женщина второстепенная. А у них наоборот.
То есть, ну, что имеется в виду? Наверное, не то, что там какой-нибудь совет женских депутатов принимает все решения, а скорее то, что изнеженные, расслабленные мужчины делают то, что им подруги их скажут, да, вот добывают для них эти... Это длинный-длинный список, мы прочитали все эти перстни, доносы, кольца, да, и, собственно, для этого они притесняют, грабят, для этого они вступают в какие-то переговоры с иноземными языческими купцами, чтобы все это только себе добыть. Ну, и все это очень плохо, и все это никуда не годится. И тогда получается, что в этой перевернутой иерархии те, кто оказались наверху, чтобы ее перевернуть обратно, они снова окажутся в самом низу, это будут уже не просто честные женщины, супруги, матери и так далее. Это будут уже рабыни, которых тащат побритыми, раздетыми, лишенными всего. А что же сделают женщины? А в 4 главе прочитаем.